Мы с капитаном команды ProfitSoft, Моспаном Евгением. Скажите, пожалуйста, в этом розыгрыше у вас не совсем все получается. Какими бы вы назвали основные проблемы? Основные проблемы — это, наверное, все-таки мотивация определенная. Может быть, усталость по работе сказывается, все-таки там весна, витаминоз, там все дела. Ну, на самом деле, мне кажется, что просто достаточно мы мотивированы на этот турнир по сравнению с прошлым. То есть, если в прошлом мы брали волей в основном, то воля включилась, например, только сейчас. На последних матчах с Эклипсом, ну, уже не хватило везения. То есть пропустили два уже гола, когда вроде бы пошли отыгрываться, ну, не получилось. Надеюсь, что если осенью будет родиться турнир, мы уже немножко в другом виде предстанем. Вот мы сейчас работаем как раз над комбинационной игрой. Думаю, что все у нас наладится. Ну, а так бета-кап тоже, как бы, будем бороться. А что бы сказали по поводу своих соперников? Вы ожидали, что они будут сильнее и слабее? Честно говоря, я не ожидал такого уровня соперников. Мне очень понравилось, что ребята подтянулись все. То есть очень понравился Эклипс. После прошлого года, когда он выиграл только в Геймлофта, ну, я ничего не ждал от этой команды. Теперь это один из лидеров этой лиги. Но ребята просто молодцы. Очень понравился Инсарт со своей техникой, в принципе, конструктивной игрой. Ну, немножко... В общем, будем и у них выигрывать. Ну, Synthetics, есть Synthetics. Synthetics играть сюда интересно, то есть мы еще с ними поборемся, сыграем, нервы попортим. А вы смотрели, на кого вы можете выйти в этот? Нам это не очень интересно. То есть нам все равно, с кем мы играем, чем сильнее команда, тем интереснее. Основным соперником по группе за участие в бета-кубке у вас является Murano Soft. Что вы можете сказать об этой команде? По поводу Murano, симпатичная команда тоже. Вот. У них, видимо, те же проблемы, что и у нас. То есть они тяжко собираются на игру. Вот. Ну, в прошлом сезоне это тоже было видно, когда они ходили там до 4-5 человек. То есть было, конечно, трудно. Сейчас у них состав вроде выровнялся. Ну, ребята стараются, то есть победа над Synthetics многое стоит. То есть как бы она ни была добыта, это определенный показатель. То есть команда с волей, команда стремится всегда к победе, это хорошо. Все это радует. С ними играть интересно, то есть команда нашего уровня, с которыми нам, скажем так, основной соперник, это наша цель – выиграть. И традиционный вопрос дня. Как вы относитесь к овсянке? Кто такой овсянка? К овсянке. Ну, овсянка, каша, овсянка. А, к овсянке я ем каждое утро. Спасибо большое. Все, спасибо и вам. Удачи.